Исполнитель Алексей Апасов, чудесный музыкант и перкуссионист Парвиндер Сингх. Ура! Почему к нам пришли ребят? Потому что совсем скоро дождались стереопикник. Ура! Фестиваль еды, музыки и все о стереопикнике нам расскажет Мадина Мадзер, руководитель пиар-направления, собственно, проекта «Стереопикник». Доброе утро. Привет. Ну, анонсируйте, когда, во сколько, куда приходить? Ну вот же, действительно, наконец дождались уже в эти выходные 7-8 сентября в парке на Затоне с 12 до 22.30. О, класс! Кроме Лейла Бенда, кто еще будет выступать? У нас практически 16 концертов за 2 дня. 4 хедлайнера. Это Юлия Чечерина, Азамат со струнным ансамблем и Сансей. И Крем-Сода, это ребята, хитмейкеры этого лета. Да, очень круто. Помимо этого, еще 12 концертов от наших талантливых молодых ребят. Лучших, самых-самых лучших. Про музыку мы поняли, что там будет очень круто. Что про еду. Я так и знала, что за человек. Все. Разное будет. Про искусство, а Игорь лишь бы поесть. Я найдут свое. Все найдут свое. 17 ресторанов-участников на одной площадке, поэтому на любой вкус и на любые предпочтения. Для веганов, для детей, для мясоедов будут все. Здорово. Дети, если прийти с детьми, их можно будет как-то занять? Ой, их однозначно можно будет занять. Можно будет заниматься вместе с ними, на самом деле, а можно будет их отдать куда-нибудь под чуткое руководство промоутеров. Ну, да, и пусть себе там тусят сами. У вас взрослые планируется дети, такая приставка, как эко. Что это такое? Эко-тема, да. У нас будет лагерь эко-активистов, которые вот на своей площадке проведут какие-то различные мастер-классы, обучающие, игры и так далее, во время которых научат, как нам беречь немножечко нашу планету в повседневной жизни. Угу. Мадина, как это будет? Это будет вот, не мусори? Нет, все очень легко, форме? Очень интерактивно. Это будут викторины, это будут призы, подарки, квесты и какие-то вот такие мастер-классы, где можно что-то руками попробовать сделать классное. Супер. Еще зона лекториев, да, будет? Зона лекториев, да, там? У нас большая. Там у нас много классных спикеров, которые расскажут про урбанистику, дизайн, психологию, саморазвитие и много чего еще. А вы бы куда сходили? На какую лекцию? Я однозначно планирую посетить лекцию своего хорошего друга, культуролога Алексея Верзунова. Вот, это человек, который умеет об очень сложных вещах рассказывать очень просто и увлекательно. Например, о современном искусстве, например, о каких-то вот таких явлениях, с которыми мы все сегодня сталкиваемся. И вот как их правильно понимать, Леша очень здорово рассказывает. С безопасностью как обстоят дела? Все с безопасностью все прекрасно. У нас работает охранный холдинг, так что все будет хорошо. А если с ребятишками придут, есть где-то им?
заниматься, конечно, поиграться. Конечно, Игорь, специально для деток есть отдельные зоны, где они будут развлекаться. Это, а ты в этот момент будешь слушать, например, у нас большой сухой бассейн в зоне фудкорта. Там ребятки всегда найдут себе чем заняться. И у нас много мастер-классов для детей. Это роспись сумок, роспись каких-то вещей. Можно будет даже мультик создать на площадке. Попробовать себя в качестве юного корреспондента и так далее. Так. Хорошо, где купить билет? Электронные есть? Электронные билеты у нас есть в этом году. И еще мы сделали отдельный вход для обладателей электронных билетов. Поэтому настоятельно всем рекомендую покупать именно электронные билеты сейчас, пока они есть. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, это просто удобно, потому что вы приходите и проходите по электронному билету на отдельный вход, где нет очередей. Хорошо, а на месте есть? Можно будет купить? На месте, конечно, тоже можно будет купить. У нас два разных входа. Вот один вход для обладателей электронных билетов и один вход, где можно купить билет на месте. Хорошо, дорогое удовольствие? На самом деле нет. По крайней мере, вот сейчас это вообще совсем недорогая история. 700 рублей за один день и 1300 за два дня. Это электронные билеты. Но на месте они будут немножко дороже. Здорово. Спасибо большое вам. Давайте еще раз всех пригласим на стереопикник. Друзья, обязательно приходите. Это будет круто, весело, очень вкусно, очень много развлечений для вас. Самые лучшие музыканты, самые крутые хедлайнеры, самые лучшие дни. Вы запомните это, ну, наверное, и может, увидимся там как раз. Конечно, обязательно. Вот мы с Игорем точно пойдем. Ну, а мы продолжаем. Мы попросим Лейла Бенд подарить нам еще одну прекрасную композицию. Наверное, она слепа, и не видно в его глазах. Ложь капелькой на губах отразился вчерашний дождь, и чуть не хватило сил, и совсем не осталось слез. Да, он и не просил, а она приняла все всерьез. И казалось, будто бы жизнь под откос. Но всегда есть выход слечь или встать во весь рост. Вставай, поднимись с колен, правы быть не поздно еще. Давай, поднимись с колен, сколько осталось еще небитых счет. Давай, поднимись с колен, правы быть не поздно еще. Давай, поднимись. Лучше смыть поцелуй с лба, это лишний груз раненной душе. Покачен на новый страх или легче на целый вдох. Израненная моя, ее сердце спасет любовь. А пока как будто бы жизнь под откос. Но только б знать, что выйдет солнце после всех этих кроз. Вставай, подними. Поднимайтесь с колен, с диванов и выходите из дома и бегом на стереопикник. Это интервью вы можете посмотреть на нашем сайте.